усаживаемся поудобнее. Дорогие друзья, Христос торжествует над смертью. Христос торжествует над адом. Христос победитель смерти. Христос победитель греха. А мы христиане. Поэтому мы радуемся о воскресении Христа Спасителя и празднуем воскресение как самый светлый, самый главный праздник всего мироздания. По традиции у нас детский праздник, и сегодня мы открываем детский праздник маленьким спектаклем. Тишина и аплодисменты. Христос воскрес! Воистину воскрес! Перед самым началом нашего представления я вам расскажу, что праздник у нас состоит не только из спектакля. На самом деле, вот после того, как закончится спектакль наш, приготовленный воспитанниками нашей детской воскресной школы, а именно юными певчими детского хора, после этого мы вас приглашаем на улицу. На улице у нас будет совершенно замечательное действо. Уже готовы две станции, два столика, на которых матушка Евгения приготовила особые совершенно замечательные поделки, которые можно будет сделать и унести домой. Такой маленький пасхальный подарок унести с собой. А еще будет то, что позволяется сделать только на Светлой Седмице. Каждому, любому можно было это сделать. А что именно? Совершенно необыкновенное, совершенно вот очень ожидаемое, очень желанное такое действие, которое хочется сделать. Как вы думаете, это что? Колокола. Ой, ну вы точно афишу прочитали. Точно. Заболтают языком, слышно далеко. Бом! Бом! Вот мы вас приглашаем сегодня на колокола, и наши юные воспитанники, и прихожане, не только наши воспитанники детской воскресной школы, но и каждый, кто захочет, сегодня может попробовать себя в роли звонаря на нашей звоннице. Ну что, слово передаю нашей сказочнице Дарье. Добрый день, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскресе! Звонят колокола повсюду, звон слышен прямо до небес. Все говорят, случилось чудо, Христос воскрес, воистину воскрес. Весна вступает в свои права, оживает природа и все расцветает. Желтый, красный, голубой, выбирай себе любой, открывай скорее глазки, мы расскажем сейчас сказку. Пасхи тоже я рисую.
Пасхе мы печем куличики, красим красные яички. Знаем правильный ответ, красный Пасхе главный цвет. Мы с тобою все согласны, Пасхе цвет, конечно, красный. Будем праздник продолжать, Бога славить и величать. Рассказали мы про краски, только то не сказка, а присказка. Поустраивайтесь поудобнее, да слушайте внимательнее. Сказка на пасхальный лад «Гуси-лебеди». Папа и мама. И было у них двое детей. Дочка Аленушка, да сынок Иванушка. Дело было перед самой Пасхой. Доченька, мы пойдем в церковь куличи яички осветить. А ты дома приберись, да за братцем пригляди. Одного я вам не оставляю. Вечером мы все вместе на пасхальную службу пойдем. Я тебе уже для праздника новый платочек припасла. Хорошо, батюшка, хорошо, матушка, я все сделаю. Только папа с мамой ушли, а в окошко уже подружки заглядывают. На улицу зовут горелки играть. Помоги, пожалуйста, зайчок. Заноза в лапку попала.
помогать. Придет Алёнушка дальше, а навстречу ей медведь с медвежонком. Вот еще! Своего горя хватает! Бежит Алёнушка дальше, бежит по лесной опушке, видит, цветочки маленькие расцвели. Милая Алёнушка, помоги, отодвинь камни, дай нам свету Божьему, солнышку потянуться. Ну вот еще, у самой беда. Некогда о вас думать, не буду я вам помогать. Пробиралась так Алёнушка, а куда пробиралась, сама не знала. Совсем заблудилась, устала. А вокруг деревья стоят стеной. Испугалась Алёнушка, села на пенёк, да и заплакала. Ай, бедная я, несчастная, никому не нужная. Как же не нужная? Нужна Алёнушка и Господу Богу, и Пресвятой Богородице нужная. А вот то, что бедная да несчастная, это верно. Потому что тот, кто своих друзей бросает да забывает, тот сам себя бедным да несчастным делает. А кого я забыла? Везде с подружками и в горелке играла, да танцевала. А потом все по лесу бежала. А вот они, три верных друга, три христианских добродетели. Кто вы? Вспомни, Алёнушка, с чего начались твои беды, что тебе матушка с батюшкой наказывали. Долго убрался, да за Иванушка посмотреть. Не послушалась я. Вот ты меня и вспомнила. Имя мое послушание. Послушание – святое дело и скорый путь ко спасению. Алёнушка, а когда тебя зайчиха, медведь, цветочки о помощи попросили, ты им помогла? Никому я не помогла, немилосердная я. Вот и меня вспомнила. Имя мне милосердие, милость самого Бога дело. А я, Алёнушка, первая твоя помощница, никогда не забывай меня. Имя мне молитва. Молитва и пост с Богом соединяют. А я тебя сама узнала. Ты мой ангел-хранитель. Про тебя мне мало много рассказывала. С самого момента крещения я всегда рядом, но не видим. Учись слышать голос совести. Это я, ангел-хранитель, с тобой разговариваю. Советую, как поступить. Иванушка, ты нашелся! Алёнушка, поселились и посадили меня на лужок, а сами полетели из озера воды напиться. Не бойся, бежим домой, а по дороге будем ангелу-хранителю молиться. Да Господа Бога, да Святой Его Матерью на помощь призывать. И побежали Алёнушка и братец Иванушка в обратный путь к родительскому дому. А по пути они все дела исправили и про цветочки не забыли. И медвежонку помогли. Колокола зазвонили. Алёнушка да Иван.
родительскому дому бежать. А дома Алёнушка перед батюшкой и матушкой повинилась, покаялась. Простите меня, батюшка, простите меня, матушка. Возблагодарили папа и мама Господа Бога за то, что дедушки их живы и здоровы, и доченьку свою простили. С тех пор Алёнушка очень послушной стала. А если кто о помощи просил, никогда мимо не проходила. А вечером они всей семьей на праздничную службу пошли и славили воскресшего Христа молитвами. Мы тоже радуемся Его воскресению и приветствуем всех. Христос воскресе! Воистину воскресе! Встаем и тихонечко уходим на улицу.